Сейчас я вам покажу, как мы делим викат. Сорт земляники викат. Безусый сорт. Вот это вот, это его годовалый куст. Очень хорошо видно его розеточки. То есть сорт безусов, и понятное дело, что мы не получаем с него саженцы. Ну, обычным путем. Но он прекрасно делится. Делится именно на розеточке. То есть берем... Все это можно делать в воде. Я его замочила. И вот таким вот образом мы отделяем. Вот они какие получаются. То есть тут еще даже вот две розеточки. Можно поместить. И у каждого видно, что у каждого свои корешки есть. То есть можно еще разочек отделить. Вот. Вот это вот два саженца. То есть с годовалого кустика можно получить до 13-17 розеток. Так в среднем, как говорится. То есть видно, что очень много розеточек в нем. То есть прям вот видно. Как. И вот такие вот при делении мы получаем вот такие вот саженцы. То есть розеточки с корнями. Приживаемость у него практически 100%. Вот идеально приживается даже вот такими вот небольшими корешочками. То есть сорт, конечно, по всем показателям идеальный. Вот такая вот ягода, кулак. Ее вот так вот, если собрать листво, она будет вот так вот ягода лежать полностью. Вот так вот вокруг куста. Вкусный сорт, хороший, поздний, сохраняет свой срок плодоношения. То есть поздний и поздний, позже всех плодоносит. Много вкусно и идеально для семьи, которая не хочет возиться там на грядках. Да? То есть усов нету, не ходишь, не обрываешь их. Вот, пожалуйста, видите, как вот он раз разделил. И сейчас быстренько... Здесь еще оп, один со своими корешочками, да. Смотрим, конечно, смотрим, где есть корешочки. Вот этот вот я уже оставлю. Оставлю здесь. На этом есть, а на этом мало. Лучше я оставлю не буду. Вот таким вот образом делится. И вот это вот все, посылается. Сорт, конечно, изумительный, поэтому он не дешевый, но... Но будете счастливы.